И на телеканале «Старт» в прямом эфире женская волейбольная суперлига «Паре-матч». Тулица принимает Енисей. Сейчас давайте посмотрим за подачей Азановой. Счет 3-3. И пайп Бавыкина еще раз заблокирована. Атака Тулицы. Ефимова. Нет, там Фролова страхует. Бавыкина вновь в защите. Успевает довести Бесман. Даций прекрасно играет в защите. Длинный розыгрыш. Вновь Яна Даций. Страхует блокирующих. Писаревская. Еще ничего не закончено. Как знали мы, когда остановиться, чтобы насладиться этим волейболом. И не успевает. Не успевает постраховать Ольга Ефимова. Прекрасный розыгрыш. Вдвоем там принимают в итоге. А, видите, Някину выпустил. Выпустил Някину на прием, но это не помогло. Там Дарья Малыгина вышла вместо Яны Кригер, но, по сути, и не сыграла. Даже мяча не коснулась Дарья ни разу. Со счетом 25-15. Победу в первой партии уверенно. Уверенно одерживает Енисей. Азанова попадает. Попадает Анастасия и... сравнивает Тулица счет 25-16 во второй партии и 1-1 в матче. Ну, принимает Баяндина. Бавыкина подстроилась. Писаревскую вывели на атаку. Еще одна попытка будет у Енисея. На этот раз Костина. Страхует Азанова блокирующих. Бавыкина. Там Пилипенко. Костина. Баяндина. Ну вот как вцепились-то, да, за этот мяч. Обе команды поднять не получится. Вскакивают зрители со своих мест. Евгения Щеглова отправляется на подачу. Тоже очень хорошо вошла в игру Евгения. И вот это эйс. Поднимает кулак вверх. И объятия Дарьи Пилипенко совершенно заслуженные. 20-17. Тайм-аут Андрея Подкопаева. Ну вот и звучит тот самый долгожданный свисток к началу пятой партии. Анастасия Бавыкина открывает ее своей подачей. На приеме Щеглова. Страхует Просолова этот отскок. И мяч в игре. Азанова. Там Костина. Писаревская. Вот такой долгий розыгрыш. Первый в пятой партии. Понимают важность. И как радостно вскрикивает Наталья Някина. Принимает Баяндина. Первый темп. Страхует Пилипенко. И здесь нет, не подняли ни Някина, а не Баяндина, прошу прощения, ни Тимошкова. 9-9. Енисей сравнял. Встают на матчбол болельщики Тулицы. Ключевой момент игры. 14-12 в пятой партии. Яна Кригер на подаче. Мария Воногова меняется. Кто вместо нее выходит? Сейчас узнаем. Да, тут настолько важны трибуны и их поддержка. Двумя эйсами подряд. Яна Кригер ставит точку в этом драматичнейшем поединке. И со счетом 15-12 волейбольный клуб Тулица в пятой партии одерживает победу над Енисеем 3-2.